Здравствуйте, меня зовут Гриценко Сергей. Я живу и работаю в городе Ипатово, Ставропольского края, Россия. Здесь родился, здесь работал, начинал свою деятельность. И здесь и живу до сегодняшнего дня. В этом фильме будет несколько работ мастера Сергея Гриценко. Это такой умывальник, сделанный в скале, и несколько зон отдыха в виде беседы, в которой находится барбекю, оформленных арбитоном и построенным Сергеем Гриценко.